Здравствуйте, мои милые девочки! Я очень рада встретиться с вами на моем канале. Сегодня в этом видео мы поговорим о красоте и здоровье. Я вам рассказывала, что я в своей последней посылке от Рандеву заказала огромное количество БАДов и витаминов, в основном от бренда Solgar. Это американский бренд, обладающий высоким качеством. Он продается также во всех аптеках, но на Рандеву его заказывать гораздо выгоднее. Плюс еще я всегда оставляю свой личный скидочный промокод на 10%, он называется 10 Love Shop, он даст вам скидку 10% абсолютно на все товары, он суммируется со всеми скидками, акциями на сайте, он постоянный, многоразовый, просто запомните его и применяйте в корзине при всех своих последующих заказах, и он действует при заказе на сумму от 2500 рублей. Итак, вы смотрите на цену на Рандеву, вы читаете из нее 10%, плюс еще, если вы часто делаете заказы, у вас дополнительные скидки применяются, а также за каждый ваш заказ и плюс за оставленные вами отзывы на товары вам начисляются баллы. У меня их уже около 5000. Еще нужно поставлять отзывы, и таким образом их можно списывать. При оплате заказа 1 балл равен 1 рублю. Баллы там начисляются очень щедро. Поэтому, собрав все эти баллы, собрав все скидки, я делаю вот такой заказ, и существенно мне все это дешевле, чем в аптеке получается. Мы все, девочки, хотим выглядеть красиво, молодо, ухоженно. Мы все для этого делаем. Мы покупаем корейскую, израильскую дорогущую косметику, мы изучаем различные ингредиенты, которые должны решить именно нашу проблему с кожей. Мы, конечно же, хотим как можно сильнее замедлить процессы старения. И да, косметические средства, уходовые средства — это очень хорошо и необходимо для того, чтобы поддерживать кожу красивой, здоровой и молодой. Но мы все прекрасно знаем, что здоровье и красота, они идут изнутри. И, конечно же, чтобы наша кожа была красивой, волосы были красивыми и густыми, ногти были крепкими, нужно обязательно правильно питаться, нужно хорошо высыпаться, нужна умеренная физическая активность и, конечно же, правильное питание и правильные элементы и витамины, которые поступают в наш организм. А есть еще такие витамины и элементы, которые помогают нашему организму избавляться от окислительных процессов, которые улучшают работу печени и желчного пузыря, тем самым улучшают усвоение пищи и получение, конечно же, из нее необходимых витаминов и микроэлементов. Также улучшают нашу кожу. Например, витамин Е, да, это самый главный витамин для нашей кожи. Ну и, в общем-то, после того, как я обзавелась классными уходовыми средствами, набила ими просто весь свой туалетный столик, я подумала о том, что нужно уже позаботиться о здоровье своего организма и о красоте моей кожи изнутри. Поэтому я заказала огромное количество различных биодобавок и витаминов. Я вам сразу же скажу, чтобы вы не пугались, что я их не собираюсь пить все залпом. Я их заказала, чтобы они у меня были, я пропью несколько из них, потом через некоторое время пропью еще несколько из них, и потом еще пропью несколько из них. То есть я не собираюсь это все выпивать. Не думайте, что я там как-то увлеклась, и не переживайте за меня. Плюс некоторые из этих витаминов я знаю, что мне показаны, то есть мне прям врач их назначала и рекомендовала, и даже не один врач. Поэтому давайте обо всем будем говорить с вами по порядку, но сразу предупреждаю, после этого обзора вам захочется заказать все, о чем я здесь буду рассказывать, потому что перед заказом я все это тщательно изучила, я прочитала все абсолютно свойства и характеристики и все, что дают эти средства, и выбрала именно то, что необходимо мне и то, что должно подействовать. Да, я уже это пропивала в течение недели, особо заманчивые какие-то вещи я пью уже больше недели, поэтому можно видеть, в принципе, уже результат на моей коже. Она выглядит замечательно, мои зубы выглядят прекрасно, мои ногти выглядят прекрасно, я вот от гель-лака сейчас отдыхаю, мои волосы выглядят прекрасно, и вообще сама я думаю, что выгляжу очень хорошо, забывая пользоваться даже лосьоном для тела в последнее время. Ну вот вы видите, собственно, по мне, что и вид отдохнувший, и все как-то очень даже неплохо складывается, и отеки у меня ушли, и все последствия косметологических вмешательств тоже ушли благодаря во многом вот этим средствам, которые очень хорошо восстанавливают все процессы в коже и в тканях. Так что да, все ссылочки я для вас оставлю в описании под видео, свой скидочный промокод тоже оставлю для вас в описании. И давайте уже, собственно, приступать к сегодняшним товарам. Всем желаю приятного просмотра. Первое,
что мне хочется вам показать и с чего мне хочется начать сегодняшний обзор. Это, конечно же, коллаген. Коллаген бывает разный. Он бывает дешевый, бывает дорогой, бывает в чистом виде, бывает морской, бывает животный, бывает со всякими добавками, бывает просто с витамином С, бывает с дополнительными витаминами, а бывает еще и с янтарной кислотой, как в этом случае, и плюс еще с 19 аминокислот. Да, здесь помимо коллагена содержится большое количество витамина С, и обращайте на это внимание, потому что коллаген не усваивается без витамина С. Также здесь дополнительно 28 микроэлементов, 19, как я сказала, аминокислот и янтарная кислота. И все это позволяет этому коллагену усваиваться на 98%, что очень и очень важно, потому что бывает такой коллаген дешевый, некачественный, без вот этих добавок, который, ну, мы пьем, да, но эффект не такой хороший. И плюс этот коллаген еще и стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. То есть наша кожа не только укрепляется, она еще и увлажняется и хорошо задерживает воду. Здесь полностью вот эта банка картонная была забита вот такими стиками, которые я благополучно выпила. Потому что это очень полезно, это очень вкусно, и я вижу эффект. И что вы думаете, уже точно такая же банка лежит снова в моей корзине. Сразу же предупреждаю, что эта вещь вообще не бюджетная. Ну прям ни разу не бюджетная. Я нашла на рандеву очень бюджетный коллаген. Как-то вот выбор я сделала в пользу вот этого. Решила не экономить, потому что я знаю, что хороший коллаген, он никогда не стоит дешево. Даже если вы придете в аптеку, и хороший коллаген от хорошего бренда с хорошим содержанием различных элементов никогда не будет стоить мало. Я аптечные тоже пропивала, но честно скажу, что мне вот этот прям нравится очень сильно. У него прекрасный вкус. Я с самого утра наливаю себе стакан воды. Я каждое утро со стакана воды начинаю. Я добавляю вот это содержимое. Да, здесь лимонный такой вкус очень приятный. Дальше добавляю еще одно средство, которое я вам позже покажу. Еще одно средство, еще одно средство. Все это размешиваю. Получается у меня такой коктейль-сок. Я это все выпиваю на голодный желудок. Жду 20 минут и после этого уже завтракаю. Ну что вам сказать конкретно про это средство? Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что благодаря такому составу здесь, конечно, насыщение нашего организма происходит полноценное. То есть коллагеном организм напитывается, на 98% это все усваивается, гиалуроновая кислота у нас, опять же, регенерируется, 28 микроэлементов укрепляют наш организм, напитывают его, делают, опять же, кожу и все органы крепкими и выносливыми, 19 аминокислот являются основными строительными элементами белка, из-за чего восстановление после различных процедур, после различных травм происходит гораздо быстрее, и плюс янтарная кислота является антиоксидантом, что еще и окислительные процессы в нашем организме снижаются и восстанавливаются все, что уже подвергнуто окислительным процессам. Мне очень нравится, если у вас есть такая сумма на такую вещь, то я очень советую. Я буду еще покупать, потому что это великолепно. Это то, что работает. Это самое главное. Дальше. Какую из следующих баночек вам показать? Наверное, я покажу вам магний плюс калий, потому что он от бренда Doppelgerz, а потом мы с вами перейдем уже к Salgar, потому что здесь подавляющее большинство препаратов именно от этого бренда. Doppelgerz немецкий препарат очень хорошего качества. У моего брата жена работает фармацевтом, и она очень-очень хвалит этот бренд и очень его мне каждый раз советует, когда я выбирала в аптеке какую-либо марку витамин. Сейчас-то я все полностью на рандеву заказываю. Итак, это шипучие таблетки со вкусом лимона и грейпфрута. Вы просто бросаете одну таблеточку в целый стакан воды, и у вас получается такой очень вкусный, приятный, освежающий лимонад, который очень приятно пить. И здесь тоже усваиваемость очень высокая. Калий плюс магний. Я пью это сочетание всегда перед сном, потому что это сочетание очень сильно расслабляет и успокаивает нервную систему. Я часто смотрю доктора Берга, он полностью разжевывает все по поводу витаминов и микроэлементов, и основываясь в частности на его советах, я тоже для себя подбирала какие-то вещи, и он тоже как-то сказал, что он перед сном пьет калий плюс магний, что это очень расслабляет и делает хороший, такой расслабленный, глубокий, полноценный сон. Поэтому да, обязательно таблетку перед сном. И кроме этого, калий плюс магний регулирует обменные процессы, способствует снижению возбудимости и нервозности, вот расслабляет, как я и сказала, и успокаивает, помогает укрепить иммунитет, нормализует водный баланс, минимизирует
риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, участвует в синтезе полезных веществ и гемоглобина, благотворно влияет на работу печени, пищеварительной и нервной системы. То есть калий плюс магний – это то, что нам необходимо для сердца, для нервной системы, для того, чтобы нервная система была крепкая. Если у вас слабые нервы, если у вас расшаталась нервная система, если вас кто-то очень сильно доводил, если вы устали, вымотаны, вам врач очень часто посоветует калий, магний и витамины группы Б обязательно. Я вот витамины группы В я тоже пью. Обязательно каждый вечер перед сном вместе с калием и магнием. И да, собственно, это очень поможет укрепить нервную систему, только нужно пропить курсом обязательно. Дальше, давайте поговорим еще об одном средстве, тоже от бренда Doppelgerz. Я его заказала для моей мамы. Это средство для костей и суставов, потому что она мучается суставами, они у нее болят, они дают о себе знать. Здесь одну капсулу нужно в день выпивать. Это глюкозамин плюс хондроитин. Хондроитин – это основной строительный компонент суставов. Это то, что нужно принимать людям с таким недугом. Это средство снижает риск развития патологии у тяжелоатлетов и спортсменов, помогает бороться с заболеваниями костной ткани, связанными с разрушением суставов и хряща, предотвращает разрушение костной ткани, оказывает частично обезболивающее и противовоспалительное действие, служит строительным материалом хрящевой ткани, предотвращает развитие остеоартроза. То есть то, что нужно моей маме. Мы с ней тоже курсами пропиваем, и она говорит, как ей значительно становится легче после таких курсов. Она может и на стул куда-то вскочить, чтобы что-то на верхнюю полку поставить или снять с верхней полки. Поэтому, конечно, людям вот таким вот возрастным обязательно это средство необходимо, если у них есть такая вот проблема. Дальше еще одно средство, не от бренда Salgar. Это антипаразитарный комплекс из натуральных масел для мягкого очищения организма от паразитов. Я не скажу, что у меня есть какие-то паразиты, не скажу, что они у меня выявлены, но когда я увидела это средство, я решила провести вот такую профилактику. Потому что за 37 лет моей жизни вполне может быть, что кто-то и живет в моем организме, и почему бы не провести вот такую процедуру, пропить вот этот курс и не избавиться от того, что, возможно, что-то, кто-то ненужное присутствует в моем организме. Вот так. Здесь очень приятно вот такие капсулы, они похожи на капсулы рыбьего жира, да, масло внутри содержится, точнее масла. Сферическая форма, удобная для глотания, их здесь достаточно много. Пьется по 3 капсулы 2 раза в день. И здесь состав: масло черного тмина, масло тыквенное, масло семян расторопши, масло абрикосовой косточки, масло грецкого ореха, масло амаранта и другие-другие масла. Здесь все на 100% натуральное, здесь нет абсолютно никакой химии. Натуральный продукт. Продукт абсолютно безопасный и очень-очень полезный. Поэтому я хочу пропить, и да, это будет здорово. Дальше. Вот такая у меня добавка. Вот в такой коробочке, которую я наконец могу выбросить, потому что я ее хранила, чтобы показать для вас специальное видео. Вот такая стеклянная бутылочка с дозатором, и нужно 6 нажатий сделать вот как раз в водичку. То есть, когда я принимаю коллаген, я в эту же водичку делаю 6 нажатий, все это ложечкой размешиваю и с утра выпиваю. Итак, это липосомальный глутатион. 100 мл здесь. Я уже давно пью, и у меня еще только вот столько вот израсходовалось, то есть я еще буду пить его долго, что мне очень нравится. Российский это бренд, усваиваемость здесь на 98%. Эффект: защита от токсинов и свободных радикалов, защита от окислительного процесса и старения, защита от повреждений, вызываемых окислителями окружающей среды, защита от воспалительных процессов, восстановление других окисленных антиоксидантов до первоначальной активной формы. То есть здесь прям такое излечение на всех уровнях получается. В общем, главный наш враг – это окислительные процессы. Очень сильно повышается скорость старения, когда эти окислительные процессы в наших организмах бушуют. Поэтому нужно обязательно принимать антиоксиданты, их огромное количество. Вот это один из них, причем натуральный. Это поглотитель свободных радикалов, который защищает ДНК, клеточные липиды и белки от окислительного процесса. Так, ну и собственно переходим к бренду Salgar. Кстати, это не реклама, у меня никто ничего на обзор меня не просил заказать.
перерекламировать этот бренд. Нет, это то, что я сама пью уже долгое время и знаю, что это классный. Классный бренд, американский, очень высокого качества здесь у него вся продукция. Первое, о чем я хочу поговорить, это, конечно же, омега-3. Это то, без чего я не живу. Здесь омега-3 Fish Oil Concentrate. То есть здесь рыбий жир концентрированный. Причем он очищенный, он чистый, он получен натуральным путем. Здесь нет никаких примесей. И мы с вами какое-то время дискутировали в комментариях, можно ли пить омегу на постоянной основе, это был первый вопрос, и можно ли пить омегу без консультации с врачом, это был второй вопрос, который мы обсуждали. Я изучала этот вопрос некоторое время после наших вот этих вот дебатов в комментариях и пришла к выводу о том, что если вот эта вот омега состоит из чистого рыбьего жира, полученного вот именно вот из натурального сырья, и все это в чистом виде, то тогда это можно пить и часто, и без консультации с врачом. А бывает такая омега грязная, с примесями, плохого качества, полутакая синтетическая, да, тогда из-за нее что-то там накапливается в организме, из-за чего нельзя пить вот так вот ее бездумно. Ну, в общем, от бренда Salgar именно эта омега, она достаточно небюджетная, она высокого качества, и ее можно пить, не переживая. Мне, кстати, гинеколог прописывала омегу, потому что у меня эндометриоз, у меня воспалительные процессы проходят, а омега-3 очень хорошо все эти воспалительные процессы подавляет, заживляет и прекращает. Поэтому для меня это то, что мне просто необходимо, чтобы этот недуг не возвращался и меня не беспокоил. Помимо этого действия, омега приводит организм в тонус, благотворно влияет на сердечно-сосудистую нервную систему, укрепляет ее, улучшает приток крови к конечностям, препятствует развитию сердечных заболеваний, нормализует уровень холестерина в крови. Вы чувствуете благодаря омега-3 себя бодрым, повышается работоспособность, это я знаю по себе. За меньшее количество времени вы начинаете высыпаться. И наоборот, если вы пьете омега-6 или 9, вы более расслабленный, более длительное время вам нужно на сон, вы менее сконцентрированный, поэтому ни в коем случае никогда нельзя покупать омега-3-6-9. Нужно пить только омегу-3. Она взбодрит, она вас приведет в тонус и очень хорошо соберет ваши мозги и будет благоприятно на сердце действовать. Уровень холестерина омега тоже понижает. Поэтому я без омеги не живу, я пью ее постоянно, и, как видите, со мной все хорошо. Дальше, следующее, чтобы мне вам показать. Прям такое интересное. Наверное, альфа-липолевую кислоту я возьму. Для меня это новинка, я ее раньше не пила. Она вот в таких капсулках находится, с таким порошочком. Значит, альфа-липолевая кислота запускает образование глутатиона, который является одним из основных антиоксидантов в организме. Улучшает ее усвоение, в результате замедляется старение клеток, защищает токоферол и аскорбиновую кислоту от разрушения и усиливает антиоксидантный эффект от них. Ускоряет метаболизм углеводов, понижает уровень глюкозы в крови, выводит из организма соли тяжелых металлов и токсичные соединения, предупреждает гликацию коллагеновых волокон, что позволяет сохранить упругость кожных покровов, эластичность связок, мобильность суставов, предупреждает развитие сахарного диабета, повышает эффективность тренировок, ускоряет восстановление организма после них. Представляете, как здорово. Но вот эти вот вещи нужно принимать в разное время. То есть сначала пропить одну, потом другую, потому что они оба являются хорошими антиоксидантами. И, в принципе, их сочетать нет никакого смысла, потому что каждая из них, из этих средств работает замечательно. Дальше. Следующее, что мне хочется вам показать, это кальций, магнезиум и плюс цинк. То есть три элемента. Они созданы для того, чтобы улучшить состояние костной ткани, укрепить волосы и ногти, укрепить зубы, укрепить мышечную ткань и поддержать нормальное функционирование нервной системы. Кальций, магний и цинк являются жизненно важными для нормальной работы организма, в частности для прочности костных тканей. Кальций отвечает за прочность костей, магний способствует его усвоению организмом и равномерному распределению кальция в костной ткани, а цинк принимает участие в продукции коллагена. Благодаря комплексу важнейших вот этих трех микроэлементов, ВАД укрепляет кости и мышечную ткань, а также оказывает положительное действие на состояние сердца и нервной системы. То есть все это в комплексе вместе усваивается, и все очень хорошо действует на косточки, на наши, что необходимо укреплять. И, кстати, да, кальций – это то, что мне прописала моя косметолог. Вот она мне прописала пить коллаген прямо на постоянной основе. Она мне флебодию прописала, чтобы у меня укреплялись сосуды и уходила отечность, особенно после процедур. И кальций, потому что мы сделали с ней Redis –
Вот сюда вот мы специальное средство поставили, которое содержит кальций, и все это укрепляет связки, чтобы у меня здесь вот этот каркас, он был крепкий, чтобы он никуда у меня не опускался, и чтобы, в общем, птоз не образовывался. Вот, если вы косметолог, если понимаете в косметических процедурах, вы знаете, что процедура Redia сейчас прям самый-самый такой классный считается. И да, у меня были большие скулы, да, у меня были отеки, вы, конечно, все испугались, начали писать, ну, не все, отдельные, собственно, личности начали писать мне гадости, что лучше я буду ходить с морщинами, чем с такими скулами, как она. Меня всегда забавляет то, как вы реагируете на меня сразу после каких-то процедур. Но не могу я делать перерыв в месяц, да, и не снимать целый месяц, поэтому понятно, что я могу выглядеть по-разному, потому что, да, я у косметолога сейчас, собственно, провожу процедуры, которые нужно сейчас вот в моем возрасте провести, потом много лет не нужно будет ничего делать. И, конечно, после этого коже нужна какая-то реабилитация, и я лично этого не боюсь и совершенно не обращаю внимания на свое отражение в зеркале. Я знаю, что это пройдет, и как-то я вот не реагирую так, как вот на губы вы на мои тоже реагировали как-то очень сильно болезненно. Мне тоже, в принципе, нравились мои прошлые губы, нравятся они сейчас, я еще буду доделывать. Ну, там с губами у меня вообще целая история. Мне поставила одна косметолог филлер, а другая косметолог, которой я стала ходить уже на процедуру для лица, она очень сильно плевалась и материлась на то, как это сделала другая косметолог, потому что у меня были все губы в комочках. И она на меня смотреть не могла, она мне все время говорила: ты дорогая женщина, господи, ты не можешь ходить с этими комками, здесь мне вообще кажется, что у тебя клык, ты как вампирчик. Давай уберем. Я тебе даже уберу бесплатно за свой счет, я не могу на тебя смотреть, тебе сделаю красивые губы. Так что я убрала губы не потому, что мне писали в комментариях, что они у меня слишком большие, я вообще кайфовала от своих губ, а она мне насильно, можно сказать, вколола все, что убрала мои губы. Ну, плюс у меня здесь гиалуроновые усы были, у меня было наслоение разных филлеров, и она мне все убрала, в принципе. И, ну вот, не знаю, первый раз она сделала, но чтобы восстановить прошлый объем, надо еще вторую процедуру сделать, коррекцию. Так что, ну, посмотрим, что получится. Пока еще, в принципе, не до конца это все зажило, поэтому мы еще до второй процедуры не дошли. Ну ладно, это вкратце о моих губах и о каких-то процедурах, о которых вы, в принципе, ну, точнее, адекватная ваша половина просит иногда рассказать. Так, ладно, что мы с вами дальше будем рассматривать? Так, значит, комплекс аминокислот мне хочется с вами рассмотреть. Я его заказываю уже второй раз, и второй раз я его пропиваю. Но, кстати, вот эти вот вещи нельзя вместе пропивать, потому что, как вы видите, здесь уже есть комплекс аминокислот, их здесь 19. То есть, как бы, я жду, пока я вот это пропью, потом я закажу следующую баночку, и пока буду ждать следующую баночку, я буду пить вот этот комплекс, потому что аминокислоты — это наше все. Как я уже вам говорила в начале видео, это основной строительный компонент белков, поэтому это очень хорошее средство. Если вы хотите нормализовать продукцию эритроцитов и лейкоцитов, ускорить наращивание сухой мышечной массы при спортивных тренировках, если вы хотите восстановить активно ткани после травм и повреждений, хотите повысить физическую выносливость и умственную работоспособность, укрепить костную и соединительную ткань, нормализовать жировой обмен, повысить мышечный тонус, укрепить связки и сухожилия, стимулировать продукцию коллагена и эластина, улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Ну вот после того, как я все это перечислила, разве вам не хочется еще это заказать и купить, и пропить? Я прям как это все прочитала, мне надо 1737 рублей, быстро идите в корзину, минус мой скидочный промокод, и это минус целых 170 рублей, плюс еще куча баллов, и ах, практически в ноль мне это все выходит. И, конечно же, я это купила. Нынче вот в этой посылке я не стала как-то сильно сосредотачиваться на парфюмерии. Парфюмерии у меня прям вообще мало было в этот раз, в этой серии обзоров. А у меня прям сосредоточенность была именно вот на здоровье и красоте. Так, следующее, о чем мы с вами поговорим, это антиоксидантная формула. Вот такая вот баночка. Тоже здесь такие капсулки с порошочком. Восполнение дефицита витаминов, минералов и аминокислот. То есть, опять же, эти штуки нельзя одновременно пропивать, да, по очереди. И будет совершенно замечательно. Для снижения негативных последствий вредных привычек, таких как курение, алкоголь, при неблагоприятных экологических условиях, а я живу в городе, где одни заводы, также рекомендуется к использованию в летнее время при активном ультрафиолетовом излучении, которое индуцирует выработку свободных радикалов, приводящих к преждевременному старению организма и развитию различных заболеваний. То есть это тоже то, что от окислительных процессов будет защищать и восстанавливать наш организм. Дальше. Следующее, о чем мы с вами поговорим,
Это натуральный соевый лецитин. Вот такая большая бутылища, но стоит совсем недорого. Точно такая же бутылища, как из-под омеги. И тут вот прям такая конкретная капсула, маслянистая. Лецитин в большом количестве. Очищает кровеносную систему, нормализует уровень холестерина. Кстати, я сдавала кровь на холестерин, и он у меня повышенный, поэтому я купила вот эту штуку. Так что не говорите, что что-то безразумно. Все очень сильно продумано, что и для чего. Оптимизирует процесс усвоения жиров, способствует планомерному снижению веса. Это то, что вот я пью, и мне помогает. У меня жирок на животе, мне надо его срочно убрать. Мне нужно быть стройной. Очень красивой, что вся одежда на мне сидела замечательно. И вообще меня же когда-нибудь ждет прекрасная личная жизнь. И не буду же я всю жизнь в девках ходить, да, ведь? И страдать все сидеть. Я же когда-нибудь уже буду счастлива, да, ведь? Поэтому нужно быть вот в готовности. Вдруг мое счастье придет, а я тут с животом. Вот. Поэтому мне нравится, что это средство оптимизирует процесс усвоения жиров и способствует планомерному снижению веса. Вот главное слово планомерному. Прямо оно мне очень здесь нравится. Улучшает свой памяти. Это тоже прекрасно, потому что я вот что-то учу, читаю, мне потом это надо вам рассказать. И мне же это надо помнить, я же не хочу это учить по трое суток. Хочу раз прочитать и вам все пересказать, чтобы вам не пришлось читать. Дальше. Сохраняет здоровый вид кожи, препятствует преждевременному появлению морщин. Надо вам такое? Надо? Мне кажется, всем надо такое. Снижает риск рецидива, псориаза, экземы, то есть прям вот для кожи то, что нужно. Регулирует процесс расщепления липидов. Это то, что вот на животике у нас все это расщепится. Липиды — это жиры, и вот оно вот регулирует. Господи, боже мой, я эту банку выпью и буду пить еще. Это просто замечательно, замурчательно. Так, а рекомендуется по одной капсуле 2 раза в день во время приема пищи. Вот. Дальше. Что мы с вами интересненького посмотрим? Это нутри коэнзим Q10. Вот коэнзим Q10 это то, что я пью вот просто уже в течение, наверное, лет 2 практически на постоянной основе. Ну нет, все-таки, наверное, курсами я пропиваю. Но вот в последнее время стараюсь его часто пить. Это очень хороший, сильный антиоксидант. Он нормализует метаболические процессы в организме, улучшает функционирование, повышение выносливости сердечной мышцы, стимулирует работу иммунной системы. Мы же не все хотим быть сильными, крепкими и не подвергаться всяким вирусам и заболеваниям, так ведь? Нейтрализует активный кислород, накапливающийся в организме из-за переутомления, стрессов и воздействия ультрафиолетовых лучей. Также действует как профилактика кариеса, развитие воспалительных процессов в деснах, а у меня как раз десны очень сильно воспалены, поэтому, опять же, я выбрала вот эту вещь. Повышение эффективности преобразования углеводов, попадающих в организм с пищей, в энергию. Это значит, что углеводы у нас не превращаются в жиры, не откладываются, опять же, на животе, а они очень эффективно превращаются в энергию, что значит, что мы энергичные, мы активные, и жир у нас никакой не откладывается. Вот надо вам это? Мне надо. Я же вам говорила, что я прям найду для вас вот эти вот аргументы, почему я это заказала, и вам тоже захочется. Дальше. Селен. Где ты у меня? Селен у меня вот здесь. Он в виде уже таблеточек, а не капсул, вот таких вот беленьких. Этих таблеточек здесь огромное количество. И селен это то, что сказал обязательно пить доктор Берг, если у вас эндометриоз. И когда мы читаем свойства, мы видим, что селен обладает антиоксидантными и иммуностимулирующими действиями, нормализует уровень гормонов в организме, это то, что как раз вот снижает этот эндометриоз, понижает высокое артериальное давление, у меня, кстати, тоже оно бывает повышенное, когда я волнуюсь, и мне очень хорошо, когда оно у меня чуть пониженное, поэтому это то, что мне прям показано. Поддерживает уровень холестерина в норме, я вам сказала про свой анализ с повышенным холестерином, повышает мужскую и женскую фертильность, но мне это сейчас пока не надо, у меня нет, собственно, объекта, чтобы что-то там повышать. Снижает риск возникновения патологии сердца, сосудов, а также как артериальная гипертония и атеросклероз. Замедляет возникновение возрастных изменений в организме. Да, это вот я говорила, что это как омолаживающая очень штука, классно действует. Улучшает функцию щитовидной железы. У меня опять же из-за того, что я нервничала очень сильно, щитовидка начала страдать. И это то, что полезно для щитовидки. Также выводит из организма токсины и соли тяжелых металлов. Оказывает противораковое и противоаллергическое действие. Здесь еще фосфор и кальций в составе, они ускоряют обмен веществ. Ну просто чудесно. Опять же, мы не будем толстенькими и жирненькими, потому что все здесь вот так, как надо. Замечательно, да ведь?
По-моему, вообще прекрасно. Дальше. Экстракт виноградных косточек. Еще более заманчивая штука. Вот в такой бутылочке. И здесь тоже капсулки с порошочком из всяких травок. Виноградные косточки выводят свободные радикалы из организма, нормализуют уровень холестерина в крови, задерживают рост раковых клеток, профилактика рецидивов, стимулирование способности к регенерации здоровых клеток, поддержание функциональной способности тромбоцитов, разжижение крови, обеспечение свободного протока в сосудах, поддержание их эластичности, сохранение гладкости и эластичности кожи, предупреждение преждевременного старения, нейтрализация гистамина, то есть противоаллергическим действием обладает эта вещь, улучшение остроты зрения, памяти и стрессоустойчивости. Представляете, как здорово? Благодаря экстракту виноградных косточек у нас сохраняется гладкость и эластичность кожи и предупреждается преждевременное старение. Ну вот, опять же, хотим выглядеть красиво и молодо. Нужно напитывать свой организм изнутри нужными компонентами. Дальше, о красоте кожи. Конечно же, витамин Е. Самый главный витамин для красоты, молодости, эластичности кожи. Вот такие капсулки здесь, потому что витамин Е, он жирорастворимый. И да, здесь активизация репродуктивных функций, помимо влияния на кожу. Улучшение кровообращения. Опять же, в коже, когда улучшается кровообращение, улучшает биодоступность всяких полезных компонентов, усиливает иммунитет, нормализует артериальное давление. Это то, что опять же мне нужно, чтобы не бегать вот с такими большими глазами от повышенного давления, когда я волнуюсь. Регенерация поврежденных клеток. Опять же, мне нужно после косметологических вмешательств и вообще, чтобы кожу восстановить, потому что я не так давно перестала все выдавливать. Я вам периодически говорю, что я опять перестала все выдавливать, но у меня руки чесались вот прям до начала этого лета. Получается, да, я начала загорать, я начала делать пилинги, и все, у меня поры сузились, и я сейчас вообще себе больше никогда не позволю. Я еще вылечу свои лопнувшие капилляры, я вообще тем более больше никогда к коже не прикоснусь. Поэтому да, поэтому мне очень нужно, чтобы у меня вся кожа восстановилась, а для этого нужен витамин Е, который регенерирует поврежденные клетки. Поддержание оптимального уровня гемоглобина в крови, предотвращение развития злокачественных образований, в том числе раковых. Представляете, как здорово? Вот так вот. Вот вам витамин Е. Дальше. Добавка. Глутамин L. Тоже такая достаточно большая баночка. И вот такие вот капсулы. Точнее, таблетки большущие. Хорошее здесь содержание. И значит, глутамин улучшает общее самочувствие, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. У меня, кстати, тоже с желудком были проблемы после того, как я стрессанула, то очень сильно и страдала. Ух, у меня как прям провал произошел, да, вот в плане здоровья желудочно-кишечного тракта. Я прям лечила долго желудок, что я только не пила. Ну, в смысле, по выписке гастро антролога, прям таблетки пила серьезные. Все это пролечила. И сейчас здорово, когда вот находятся еще какие-то такие средства, которые поддерживают и улучшают работу желудочно-кишечного тракта, если были в этом месте проседания, улучшают показатели крови, наращивается объем мышечной ткани, да, особенно если вы тренируетесь, просто прекрасно, снимает стресс и улучшает сон. Вот мне это прям все было показано. Я приседаю сейчас, чтобы зад качать, и мышечную ткань мне надо нарастить. Снять стресс и улучшить сон, это то, что мне надо. Показатели крови улучшить, это вообще никому не повредит. Желудочно-кишечный тракт, улучшить его работу, тоже мне необходимо. И улучшить общее самочувствие. Прям вообще для меня. Да, ускоряет заживление тканей, ускоряет деление клеток, нормализует кислотно-щелочной баланс крови, улучшает работу кишечника. Вот еще помимо вот этих основных свойств. Ну что, остается у нас два с вами препарата. Первый из них — это экстракт артишока. Оказывает гепатопроекторное и желчегонное действие, стимулирует секрецию желчи, детоксицирующее действие на паренхиму печени оказывает, выводит токсины, шлаки, тяжелые металлы из организма, повышает качество переваривания пищи, нормализует биохимические процессы в клетках печени, профилактика клеротического поражения сосудов. Также у него в эффектах. Тоже очень хорошее свойство. У меня, кстати, с желчным пузырем тоже небольшие проблемы. Сейчас такая сижу, вам жалуюсь, вы мне скажете: господи, что за больная женщина, все у нее что-то да не так. Но нет, мы раз с вами заговорили сегодня о здоровье, и раз я вам говорю, для чего я это все заказывала, поэтому, ну, мне приходится называть, да, причины. То есть не просто так я пошла, все в подряд БАДы заказала на рандеву. Нет, я заказывала именно исходя из своих запросов. Вот, я, значит, делала УЗИ внутреннее,
нарушениях органов пищеварительной системы, потому что проходила обследование первый раз в своей жизни. Вот. И у меня, значит, УЗИ показало, что у меня желчный пузырь съёжен, и что он у меня плохо работает. И вот как раз мне нужен был какой-то стимулятор секреции желчи, и здорово, когда он вот такой натуральный. То есть экстракт артишока. Никакой здесь химии, ничего вредного, и также еще и гепатопротекторные свойства. То есть еще и печень это все заживляет и улучшает, и стимулирует. Поэтому, да, тоже очень полезные вещи для меня необходимые. И последнее, что у нас с вами осталось, это чистый кальций. Плюс витамин D3, конечно же, потому что без витамина D3 кальций у нас не усваивается. И здесь это средство компенсирует недостатки кальция в организме, поддерживает здоровье костей и зубов, поддерживает нормальную работу сердца и нервной системы. Это средство из раковин устриц. Экологически чистый здесь кальций, натуральный. Прекрасное высокое здесь содержание витамина D3, который способствует усвоению кальция организмом. И написано, что здесь, да, суточная доза витамина D3, она здесь находится, то есть дополнительно витамин D не надо пить. При хрупкости зубов очень хорошо, полезная эта штука. То есть у вас кариеса не будет, если вы будете уровень кальция поддерживать на высоком. Ну и витамин D3, тоже очень полезный витамин, без которого жить нельзя. Я витамин D3 пью тоже перед сном, вместе с калием, магнием, вместе с витамином D. Он потому что тоже успокаивает. И витамин D это вообще то, что нормализует наш сон. Если у вас плохой сон, вам нужно обязательно на солнышке бывать. Если нет солнышка, то пить витамин D. Тогда сон нормализуется, он становится крепким, улучшается скорость засыпания, качество сна, да, тоже становится лучше. То есть вот здесь, опять же, кальций для моих вот этих вот связок, да, для каркаса кожи, для того, чтобы она была плотная, прочная, для того, чтобы птоза не было. Плюс витамин D, он и для усвоения кальция, и для того, чтобы сон был хороший. То есть такое многофункциональное средство. Ну вот и все на сегодня. Я показала вам все свои БАДы. Как я уже вам сказала, пропью несколько, потом еще несколько разом. Конечно, это все пить не стоит. Вот, все ссылочки я оставлю для вас в описании, также свой скидочный промокод. Будьте красивыми, здоровыми, сияющими, молодыми, чтобы прожить 100 лет и вот выглядеть на 20 всю жизнь, да ведь? Так что очень вас люблю, целую, спасибо мои зайки, что провели со мной это время, была очень-очень рада с вами поболтать. Никому ничего, конечно же, не навязываю, а просто показываю и объясняю, что я для себя заказала и почему. Так что все, всех целую, обнимаю, подписывайтесь на мои каналы везде, я вам ссылочку оставлю в описании. Пишите все, что вы хотите в комментариях, если у вас есть какая-то информация по вот каким-то таким витаминкам и полезным веществам. Обязательно все это пишите, я обязательно почитаю. И подписывайтесь на мои телеграм-каналы, в которых я продаю парфюмерию и вещи после обзоров по ценам гораздо ниже. И увидимся здесь, в моем следующем видео. Всем до скорых встреч!